3 сентября вся Россия отмечает День солидарности в борьбе с терроризмом. Скорбная дата посвящена памяти жертв террористических актов и сотрудников правоохранительных органов, погибших при исполнении служебного долга. Она приурочена к трагическим событиям в Беслане, когда в местной школе в результате чудовищного террористического акта погибло более 300 человек. В парке станицы Северской у мемориала воинов-интернационалистов провели торжественно-траурное мероприятие, на котором собрались неравнодушные жители района. Конечно, нельзя не восхищаться теми людьми, которые смогли пережить эти события. Нельзя не восхищаться нашими военными, которые, не жалея себя буквально, спасали женщин, детей, которые выносили, истекая кровью, малышей из этой школы, которая была захвачена террористическими подразделениями. Каждый год мы вспоминаем эти события для того, чтобы помнить, какое это страшное дело терроризм. Память жертв террора почтили минутой молчания. К памятнику возложили цветы и мягкие игрушки. Трагедия в Беслане стала общей для всей страны. И даже спустя 20 лет она не утихает в наших сердцах.